работаю. Я хожу по всем инстанциям. Бюро здесь, бюро на Спасской 12, бюро в милиции. Где я не хожу, я ничего не могу добиться. Все смеются в глаза, но никто не хочет притянуть ее к ответственности. Украдет человек 100 рублей, 100 рублей, хай он возьмет или он, его судят. А это 43 миллиона в граждан нас, вкратчиков, и ни одной копейки не вернет, никто ее не может посудить. Нагло смеются нам в глаза, все, и прокуратура, и милиция, все нагло. До адвоката обратись, я тоже смеются. А что вы такие дурные? Вот и все. Один ответ во всех. Только деньги. Хотя бы и адвокаты, дайте деньги, но никаких результатов нет. Она напрямую говорит, вы по судам ходите, я взятки дал.